От Волги до Енисея, леса, косогоры до степи, Россия, моя ты Россия, от Волги и до Енисея. Дороги ночной гармонь заливается, девки ходят гурьбой, а милым улыбаются. Ночь такая замечательная. Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я хочу рассказать немного про теплоход «Маленький принц». Итак, теплоход «Маленький принц» был построен в 1976 году и модернизирован в 2022. «Маленький принц» — новый большой теплоход-пансионат. Соотношение числа членов экипажа к числу гостей 1 к 3. Судно прошло полную реконструкцию в 2003 и 2019 годах. К навигации 2022 года теплоход дополнительно модернизирован. Все каюты и общественные помещения обновлены. Каюты на шлюпочной палубе оборудованы балконами. Теплоход может принять на борт до 232 гостей, для которых подготовлено развлечение на любой вкус. От ежедневных занятий с профессиональным инструктором по одному из направлений фитнеса, пилатес, йога, степ-аэробик, до мастер-классов по рукоделию и концертных программ. Круизные маршруты теплохода «Маленький принц». Базироваться «Маленький принц» будет в Москве. Основная часть круизов пойдет на Верхней Волге. Но в расписании есть также рейсы до Казани и Чебоксар. Причем эти круизы дробить, приобретая путевки в одну сторону. Истинным приверженцам отдыха на реке, конечно, интересно будет воочию посмотреть на новый теплоход, оценить его каюты, питание, сервис. Забронировать круизы на «Маленьком принце» можно на официальном сайте S-Cruises. Характеристики теплохода. Длина теплохода 125 метров, ширина 16,7 метров, осадка 2,7 метра. Услуги на борту. Ресторан «Пушкин», ресторан «Толстой», лаунж-бар «Небесный», конференц-зал, панорамный бар «Хемингуэй», читальный салон «Сант Экзюпери», детский клуб, терраса на шлюпочной палубе, гладильная комната, сувенирные киоски, шезлонги на солнечной палубе, астрономический телескоп, настольный теннис, тренажеры, медицинский пункт, спутниковое ТВ. Бесплатный Wi-Fi на борту теплохода. Титан с горячей питьевой водой. 31 августа 2021 года. Рано утром мимо Самары прошел безымянный теплоход. Лишь мелким шрифтом можно было прочесть название «Маленький принц». Что за невиданный гость? Теплохода с таким названием на Волге отродясь не было. Все верно. Это бывший теплоход «Принцесса Днепра», который в августе 2021 года перебрался с Украины в Россию. Итак, дорогие друзья, я вам чуть-чуть рассказал про теплоход «Маленький принц». Всем спасибо. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. От Волги до Енисея, леса, косогоры до степи, Россия, моя ты Россия. От Волги и до Енисея. Россия. По дороге ночной гармонь заливается, девки ходят гурьбой, улыбаются. Ночь такая замечательная рядом с тобой.
Песня русская, мечтательная, льется рекой от Волги до Енисея. Ногами не счесть километры. Россия.